Смуглянка, три танкиста, Катюша в центре города. Песни военных лет и танцы в исполнении молодежи. Людям нужны были перерывы в отдыхе между боями. Вот и такой веселый танец с настроением. На площади перед театром оперы и балета атмосфера встречи с фронтом. Молодежь говорит спасибо ветеранам, а в руках держит красные транспаранты вот с такими надписями. Гордимся то, что мы отстояли свою родину. У меня воевал брат моей бабушки. Он был ранен дважды, потом не дослужил немного, погиб. Ветеранов Уинского района. Вот они, герои торжества, их встречают живым коридором. Рустаму Хабибуллину 89. Он первый из набора соловецких юнг. Смотрю я на молодежь, перед которым я очень часто выступаю. Это, знаете, как вдохновляет нас, ветеранов. Особенно, когда вот рядом с ними стоишь, так, и они буквально возле тебя и снуют, и, значит, со мной радуются, и ты с ними тоже, значит, заряжаешься их энергией. Гандельфат Галимова – вдова ветерана, родом из Арского района. Когда началась война, ей было 15 лет. В тылу работала наравне с мужчинами. 2 месяца гоняли, как на снайперов готовили. Аэропорт строила, на лошади возила камни. Темная ночь 43-го на сцене оперного театра. В зале все те, кто выдержал тяготы войны, боевых действий со всех районов республики. Труженики тыла, вдовы и дети героев. Вы выдержали тяжелейшие испытания и освободили нашу родину от фашизма. Ничто не сломило силу вашего духа и волю победе. Ваш героический подвиг навсегда останется в наших сердцах. Тех, кто не встретил 73-ю годовщину Победы, вспомнили минутой молчания. На борьбу с врагом 700 тысяч татарстанцев столько ушли на фронт. Рустам Миниханов передал родственникам ушедших из жизни удостоверение госнаградам. Ветеранов наградили также медалями за заслуги перед республикой и доблестный труд. Анна Горанова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.